Привет всем. Вышли с дочкой к Матиске, а тут танцы. Решил подойти, поснимать. Это она говорит, в общем, такие развлечения для, ну, там, для бабушек, для мам с детками. Такое. Развлекаловка. Бесплатно, конечно. Люди танцуют. Ну, молодцы. Сегодня понедельник. Движения практически нету такого здесь. Ну вот, люди развлекаются. Там у нас Энкарнасьон. Вчера мы там снимали. Ну что, пошли? А давай я тебя покажу. Да, да. Естественно. Покажи, поприветствуй моих зрителей. Привет. Она сегодня сговорчивая, потому что я ее повез эту платье на примерку. Свие. Мадиска, да, называется? Вот, трачу свое время. А приехали, а она сказала, через час будет готова. Ну, я попсиховал и успокоился, потому что Лера меня сейчас накормит. Чем ты меня накормишь? Кабуре. Кабуре. Это парагвайская еда, да? Да. Кабуре — это на палочках, типа сырного хлеба что-то, на палочках и на углях. Чипа. Чипа. Ну, для разнообразия не мясо. А хотя и мясо есть, да? Я не знаю. Мясо что... я не видела. Нет, не с мясом, а такие вот на палочках. Нет. Мясо такое. Скорее всего, чурисы. Чурисы надоели, не хочу. Я... Мама говорит, я жирный. Ну, это место я много раз уже показывал. Это у нас бывший железнодорожный вокзал. Такое козырное место, тут все встречаются, все это место знают. Вот, новый дом построили. Вчера мы со стороны Инкарнасьона возвращались уже поздно, посмотрели. Ну, давно так не возвращались ночью. Посадос очень изменился. Такой прям красивый город со стороны, с той стороны, как что-то такое прям нормальное. Туда не хочешь? Какого? Здесь? Да, вот эти черные котелки сзади, ты хочешь туда попробовать. Где? Вот там? Вот там. Давай. И какие пара кумер? Надо? Круто? Амбургеса? Черепан? Кабуре? Буэно, грасиас. Но? Черепан пойду? Да? Ну давай погуляем. Gracias. Черепан жирный всегда здесь. Черепан я не хочу. А вот этот панчо. Хочешь панчо? А панчо — это сосиска, это как у нас за хот-дог. Но сосиски здесь у нас в Аргентине плохие. А вот в Парагвае получше намного. А здесь, ну, вообще есть невозможно. Ну, если очень хочется есть. Пройдемся. Эдифисио де ла Коста. Нравится мне вот этот дом. Ну что, показывать больше нечего. А хорошо, когда людей мало. Понедельник. Похоже, будет дождик. Попрохладнело. Ветер задул. Ну хорошо. Мне с работой полегче, когда жара сильно много клиентов. А так на неделю вперед уже все расписано, не успеваю. Ладно. Забежали мы на мостик. Уверен, телефон классный делает фотографии. Ночной режим. Прям воду видно, все хорошо. Я попрощался раньше времени, наверное, я это сотру, а вот этот кусочек ставлю. Ночью я тут еще не был. Не показывался.
моря прокатились, сняли видео, нафотографировались. Еще и платье заберем твое. А куда это платье? Выпускной? У Леры выпускной. Закончила школу, записалась в университет и уже успела найти работу. Смотри. Лера у нас уже... Ты, классно. А ну покажи сюда. Не будет видно. Видно, отлично видно. Лера уже в торговом центре, там как бы какая-то должность руководящая, да? Как ты называешься? Не знаю, как там. Энкаргада. Энкаргада? Ну, которая присматривает за продавцами. Деловая, потому что. Сама все пошла, сама отнесла куррикулум свой по разным местам. И достаточно такое известное место, самое проходное, престижное. Как называется? Шопинг. И все, теперь Энкаргада, Лера. Не знаем, сможет ли она работать и учиться в университете. Учеба, конечно, важнее. Ну, сейчас уже ей дали белый контракт. Это очень, ну как, это очень сложно получить так быстро контракт. А ей дали. Карьеристка. Карьеристка. Ну, это хорошо. Так, вот здесь пофотографируемся и поедем. Все. А, все-таки мы нашли кобуре. Вот я сейчас покажу. Пойду грабар лицо. Фильмар. Вот это есть кобуре. Tengo que comentar en idioma raro un poco para los rusos. Вот оно, это тесто месят с сыром. Acá harina y queso. Fécula de mandioca. Almidón. Ага, крахмал, крахмал. Да, ну в общем то же самое, como chipa igual, pero en otra. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Muchas gracias. И вот так вот оно крутится, тут автоматика, мотор, моторчик. От стиральной машинки мотор, механизм, и вот, вот это мы сейчас купим. Пахнет хорошо. Ленка меня кормит. Это взятка. Дос? Ты тоже будешь? А ну импорта. Но ты не можешь. Ты не можешь матар темпо. Вот манго. Покажу. Манго висит. Ну что? Я, как всегда, попрощался рано, теперь склею, раз уж мы нашли это кобуре, чтобы показать. И ну, теперь уже всем пока. Ну, я, как всегда, 1000 раз попрощался, но вот сейчас ехали домой, а включенный водопад наш. Я его никак не могу застать, чтобы показать. Вот. Это искусственное сооружение. Насосами качают воду. Ну, оно или насосами качают отсюда, поднимают. Или, по-моему, когда идут дожди, она льется сама. Здесь рыбки какие-то есть. Животные бегают, ящерицы там. Вот такой красивый водопад сделали. Тусовочное место здесь вот. Площадь такая, тут все время всякие мероприятия, то выставки, то концерты, тут все предусмотрено для этого, там помещение есть, то военную технику показывали, тут там всякое разное, каждый выходной здесь что-нибудь да происходит. Хорошее место, вот там построили один или два отеля маленьких, прям бассейн, а вот на краю вот этой скалы с видом на Парагвай. Хороший вид, но сейчас не видно.
Наша достопримечательность. Водопад. Ну все, побежали. За мамой пора. А. Ну давай. На твою камеру получится нормально. Давай я тебя сфотографирую. Да ты в ширину фотографируешь.